Всем привет! С вами Ольга Чернова. В Сибирь снова вернулась зима. Сегодня ночью у нас выпал снег. Даже сейчас еще снежинки пролетают. Стоит минусовая температура и ночью, и днем. Ночью минус 10, сейчас вот минус 4 у меня. Так как рассада уже большая, мы ее все равно выносим в теплицу. Но видите, полочки все наши пустые, где раньше она стояла на солнышке. Теперь она у нас стоит вот там, спрятана в отдельном домике. Она под двумя пленками. Все там ящички с помидорками. Солнце все равно, ну как не солнце, им все равно светло, намного светлее, чем дома. Просто дома уже ламп не хватает, я же ее распакировала по стаканам. Единственное, кто не боится такой холодной погоды, это петуния. Она здесь у нас остается даже на ночь. Если вот эти лотки, которые спрятаны у нас здесь, видите, в шалашике, мы их уносим домой, то петуния здесь остается. И мне кажется, что ей даже такая прохладная погода нравится. Вот эти все ящики у меня стоят ночью здесь, в неотапливаемой теплице. Хотя за бортом у нас ночью минус 10, я сегодня выходила. Здесь градусов 5-6, даже до 3 опускается. Цветы стоят, чувствуют себя хорошо. А рассада, шалашики. И передают, что такая погода будет целую неделю стоять. Так что целую неделю мы будем укутывать вот так вот, таким образом. Это, конечно, трудоемкий процесс. Утром закутывать, вечером раскутывать. Но зато она там чувствует себя прекрасно. Там светло и тепло. Вот. Будем ждать теплой погоды. Пока что у нас очень пасмурно, очень холодно. Ветер, ночью, всю ночь шел снег. Это такая весна в сибирском регионе.